Дагестанский шахматист Аймаз Темирбеков завоевал бронзовую медаль на первенстве Европы по классическим шахматам. Соревнования в этом году прошли в онлайн-режиме. Первенство было гибридным, проще говоря, оно проводилось в онлайн-режиме и в то же время в специально отведенных зонах под присмотром судей. В итоге он набрал 7 из 9 очков и занял 3-е место. Этот результат Аймаз Темирбеков показал среди 111 участников из 30 стран в возрастной группе мальчиков не старше 10 лет. Это не первый успех для юного дагестанского шахматиста на соревнованиях всероссийского и международного уровня. В этом году Таймаз подтвердил статус одного из сильнейших игроков Европы и лучшего в России.